Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Александр Уманчук, и сегодня я бы хотел рассказать вам немножко о том, что такое ввод в спектакль в театре. Ввод — это когда молодой или новый артист, или артист из труппы вводится в какой-то существующий и действующий спектакль на какую-то конкретную роль. На данный момент я лично ввожусь в спектакль «Три мушкетера» на роль Д'Артаньяна. Вот, и поэтому я постараюсь сегодня поснимать, значит, какие-то фрагменты с репетиции. Я думаю, что будет очень интересно, так как там есть фехтование, так как там есть езда на мотоциклах, езда на самокате и так далее, и так далее. И много вокала, много интересной хореографии. В общем, сегодня постараюсь для вас что-то снять. Не обещаю, что будет очень много, потому что я сам участвую и сам буду, скажем так, репетировать очень много. Подписывайтесь на канал, ставьте свои лайки, рассказывайте об этом канале своим друзьям. А мы погнали, друзья, в путь. Друзья, вот они. Магистры меча и магии. Бравый Д'Артаньян и его соратник Атос сражаются за свою честь. Вот они. Друзья, у меня тут тоже перевязь, шпага. Вот они, красавчики. Смотрите, друзья, вот такие у нас мотоциклы здесь есть. Скоро мы на них будем кататься. Жень, как тебе мотик? Моцик. Купил бы себе такой? Ну, так выглядит прикольно со стороны. Вот, друзья, скоро сниму вам, как мы катаемся на них. Мужики, мужики, как фехтос, нормас? Нормас вообще. Саш, ты... тебе нашел? Нет. Нет. Хорошо. А какая твоя? А там написано, Сережа Рязанов. Прям Рязанов? Да. Там потому что белый была. Рязанова я не видел, она у тех, у кого она уже есть. Друзья, вот так вот все, посмотрите, как здорово. Женечка, как зовут твою шпагу? Ее зовут Евгеш. Почему Евгеш? Элизабелла, она, я думал. Скажи, как она острая, как она ржавая. Ну, просто потрясающе. Да у меня примерно такая же, вот, своя, вроде ничего. Сразимся? Ну, давай, смотри. Экшн-сражение. Так. Защищайтесь сюда. Все, контент, умер. Контент. Мы контент подписываемся все на канал. Спасибо, ребят. Отлично. Спасибо всем. Спасибо большое, Жень. С тобой фехтовать одно удовольствие. Вот, друзья, видите, как все происходит. Сейчас фехтование, затем вокал, затем хореография. Все подряд, все. Главное. Сереж, здорово. Главное, да, постепенно. Главное не забыть ничего. Главное постепенность, знаете. Да, я тоже так думаю. Ладно, поучу текст, друзья, пока есть возможность рассосаться. Ух ты ж как. Ёкарный бабай. Чё? Мою? Да. Они вообще по башке. По башке или по плечу? Понятно. Про первый говорил. По башке. Мы по башке. По башке. Потому что мне казалось, по плечу я. Давай по плечу. По плечу первый раз. Посмотрите. А теперь защищайте. Я вылетаю. Раз, два, три. Я разрабатываю здесь по плечу. А я не раз голову было. Голову? Да. А что, два по плечу? Я отсидела такая. Ну что, Саш, расскажи нам, гордишься собой? Я просто горд, несказанно собой, я Д'Артаньян. Д'Артаньян. Волнуешься? Что тебя тревожит, как того мальчишку несколько лет назад? Знаешь, больше всего меня тревожит, что я на мотоцикле в оркестровую яму как бы не въехал. Не, да, друзья, это самая главная безопасность, потому что посмотрите, какая там... Мы покатаемся еще. Я да? Сниму, как мы катаемся. А ты умеешь кататься на мотоцикле? У тебя есть права категории А? Категории А нет, незаконные. Да? То есть на мопеде можно? Хорошо. На мопеде можно.
Вот, друзья, пока есть свободная минутка, господа фехтуют, а я учу свой текст. В смысле, в медленном темпе? Мы были молоды, вот это в смысле, в медленном темпе? Мы были молоды! Ну, чтобы... Простите, но я вас не темп чуть-чуть такой. Саша, скажи ему, чтобы он ушел. Никит, кто тебя просит уйти? Я понял. Уходи в шкаф Атоса. А посмотри, кто меня просит. Вот. Атос. Атас. Просто съел предыдущего. Но мы были молоды, беспечны и готовы за короля и королеву отдать свои жизни. Вперед, 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 вперед! Вот уже можно газку прибавить, если тебя поймаю там. О, здорово! Вперед, 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 вперед! Не боись! Мне потом это, зарплату. Ой, еще как. Еще надо петь, друзья. А ты пой, пой. Так. Я домой вновь задам.
Сереж, разножку. Разножку просит. Была разножка. Разножку. Я больше люблю пельмени. Мы с Сережей долго ходили к нему, спрашивали, что вы хотите. Гражданин! Вы снова возвращаете меня в жизнь. А то я думал, меня презирают. Дорогие друзья, вот такая у нас была репетиция, репетиционный процесс сегодня. Был сложный день, я немножко подустал, честно говоря. Вот, к сожалению, не смог записать вам вторую часть репетиции, но надеюсь, что и это было интересно, то, что я записал фехтование и так далее, по катушке на мотоцикле. Вот, так что, друзья, ждите новых роликов, подписывайтесь на канал, рассказывайте об этом канале друзьям, и не пропускайте новые выпуски, будут скоро разные выпуски, не только влоги. Влоги — это так... для разгрузки души, так сказать. Всех люблю, обнимаю, желаю удачи, всего самого наилучшего. С вами был, как всегда, ваш дорогой друг Александр Уманчук. До новых встреч, друзья!